На этой кисти у нас цветет, примем, что это 40-я кисть. На 40-й кисти цветет 1, 2, 3, 4, 5, 6 цветок. 7-й у нас еще не открылся, чтобы к нему можно было подлететь, да? Он еще не открылся. Значит, цветет 6-й цветок. Всего открытых цветков у нас на растении. Мы смотрим прошлую кисть, там ничего не цветет больше. На этой у нас всего цветет, всего открытых цветков 2. Раз, два. К ним можно подлететь, да? И они оба покусанные, видите? Они опыленные. Так, мы видим, что цветок опыленный. Сейчас фокусируем. Вот видите, коричневые такие покусы, как покусанные цветочки. Это есть опыленность.